Bulldogs Eating Basket. По составам быстренько. Так, все быстро, и тут Eating Basket открывает счет в этом матче. Шляпин. Потеря. Ой-ой-ой-ой-ой, как Гусельников пропустили. Гусельников уже четвертое очко для себя набил. Три. 7-0, тайм-аут. Ой-ой-ой-ой-ой! Потеря. И из-под кольца 2 очка с Даби. Гусельников 2. Замедленнее. Ну и Гусельников просто на скорости уходит от них. Вот опять то же самое. Открытые три. Трубкин. Оу. В стиле старой школы. Ожидает нас еще один. Не Трубкин. Бросок. Второй уже точен. Лундышев, под кольцо, Цыпленков, Бражников. Отличное движение мяча и трехочковый вследствие. Один. Ой, неточная передача, Бражников читает ее. Но все равно она доходит до Трубкина, и Трубкин со стебэка 3 валит. Возможно, какой-то призыв победы. Бражников первый штрафной забивает. Бражников первый штрафной забивает. Он без сотрясений покинет игру. Оу. Ну, и вообще без травм. Два очка из-под кольца. Неплохо. Гусельников. Отличная передача была. Дальше передача из корнера под кольцо и... Хорошая передача от Вундышева. Под кольцо и Гурьев. Два. Решает бросить. Почему игрок, будучи открытым, сейчас не бросил? Вот что вопрос. Шлепнев. А Шлепнев бросил. Будучи закрытым, забил даже. Ну да. Там. 20. Вопрос. Оу, тут же блоком отвечают Team Basket, Холматов и... Три очка. Оладушкин. Оу, полтер два. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, очень первый бросок. Проспали Бражникова и получили три за это сразу. Получает фол. И Крачков отправляется бросать.
30-30. Дуты. Крышков там. О, фейк отличный. И через двоих. Заигрывается. И пропускают из-за этого. Лоутер. Ой-ой-ой, не добросил. Холматов. Спайку неплохо. 40-30. Гурьев. Оу, хук отличный. 3. Опять не точно. Из-под кольца уже точно. 42-32. Что делал? Цыпленков. Не точно перебрасывает. Перекачался. И Гурьев под кольца 2. 44. Оу. Not bad. 40-ные. Цыпленков. Первый точен. Алабама как-то догоняет, а вроде нет. Что-то непонятно. Шляпин. Пельков. Шляпин. Шляпин. Дальние три. Шляпин. Не забрасывает Бражников. Из угла три. Из угла три. Забросить через весь корт. Вот это, конечно, будет класс. Ладно, такого не будет. Плюс один. Забивает.